Здравствуйте, мы приглашаем вас, друзья, в Ульянов. Сегодня в городе трудовой славы на стадионе «Труд» имени великого Яшина в матче 31-го тура «Милбет» первая лига «Волга» принимает лидера сезона, непобедимую на протяжении 29 туров, калининградскую «Балтику». Традиционный приезд команд, мы успели уже заглянуть в раздевалку хозяев, традиционно желто-черные цвета у «Волги». Перехват со стороны хозяев. Тут попытка подставиться под штрафной. Рефери показывает Белалову. Играем. И возникает опасная ситуация. Закрыл ближний угол. Внешне эта атака выглядела простой. Отдал. И, конечно же, пришелся ко двору в Калининграде. Усилил оборону. Нет никаких сомнений. Как и усилил атаку боснеец. Удар по воротам. Штанга. Вот это момент. Смотрите. Проход. Мяч под левый, и вот такой вот выстрел, отчаянный бросок вратаря. Партнер не стал Яну возвращать мяч, решил сразу навесить, подать. И возникает напряжение, столкновение. Вот такой вот эпизод. Разбираем, смотрим. Здесь голкипер пошел на выход, но он сыграл в мяч. В штрафную, пошел искать позицию. Открылся под этот вброс мяча. Ахметов навес и на выходе кулаками четко белорусский вратарь и разрядил обстановку. Сейчас будет крутить мяч. Борьба. Удар по воротам. Вот вам и гол. После стандарта. Кто ж там так классно пробил-то? Ну, конечно же, лучший бомбардир команды. Вот здесь вопрос. Головой, затылком или, быть может, даже спиной. Этот мяч вот по такой замысловатой траектории отправил. Вперед рвется Белалов. Он активно провел первый тайм. Делает передачу на партнера. И тот близок к тому, чтобы счет сравнять. Это Мамо. Туре бил, по-моему, зрячий в дальний угол. Пробить ее очень опасно. Белалов хорошо ассистировал. И тут, не сближаясь с соперником, так аккуратненько в первом дивизионе. Но положение сложное. Близкое к критическому. Надо набирать очки. Даже стараться набирать в игре против лидера, против Балтики. Еще один момент. И опять хороший удар. В этом матче в первом тайме он проверил готовность Евгения Латышенко, когда бил в ближний угол. Сейчас играл в Белоруссии и в Грузии за Тбилисское «Динамо», когда поступал футболист. Туре приближается к штрафной. Контратака, бьет по воротам. Гибкий и эластичный в своей игре, да, но и подходя ближе к трибуне, он там много чего интересного о себе вновь слышит. Борьба. Ну и будет ли удар? Есть удар с 2 метров 0-2. Это огромнейший шаг к победе в этой встрече со стороны калининградцев. Ну что, Балтика, если сегодня не проиграет, она близка к этому. Она продолжит свою серию, и эта серия беспроигрышная будет уже равняться 30 играм. Вот момент! Ну и за то положение надо попадать! Ну, надо в створ попадать! Если бы сейчас забил. И в офсайде не был Кирсанов, и дали ему время обработать, пробить. И в контратаку бегут калининградцы. Ух, сколько сил и энергии у Баркова. Может быть, еще забьет. И мог забить, но ему помешал великолепно сыгравший в этом игровом эпизоде Андрей Климович. Капитан ульяновской команды. Хорошая скорость и удар с линии штрафной. С левой под перекладину вратарь тащит. И после розыгрыша этого углового звучит финальный свисток Ранеля Зиякова. «Волга» уступает дома